стандартная. Это оригинальная Coca-Cola. Досмотрите до конца. И если вы курите, вы бросите курить. Открывается банка с Coca-Colой, разливается в 3 стакана. В один стакан кладется кубик сахара. Происходит реакция. Во второй стакан кладется немного пепла от сигареты. Тоже шипит и все как бы как положено. А вот в третий стакан кладется кубик сахара, натертый пеплом. Наблюдаем за реакцией. Так, у меня сейчас будут грязные руки, уж не обращайте внимания. Итак, момент истины, смотрите, что теперь будет происходить. Правда, реакция происходит не всегда сразу, нужно чуть-чуть подождать, но все равно она происходит. Такое вот кино интересное получается. Когда в колу добавляешь с пеплом сахар, ух ты. Производители хвалятся, что у них уже больше 100 лет какой-то есть секретный ингредиент.